В хаосе последней войны мир раскололся на части, и древняя цивилизация великих зодчих погибла. Сегодня, спустя много лет после катастрофы, от старого мира остались лишь легенды. Те немногие, кому удалось уцелеть, осели на осколках планеты, медленно парящих в бескрайнем море облаков. Они называют себя бродягами и не знают покоя, всю свою жизнь проводя в скитаниях и поисках приключений. Эти трое встретились на сером рынке. Трое друзей – странники, скитальцы, авантюристы. Сьюзи, Голиаф и Джо. Ни один человек в мире не мог бы сравниться с ними в ловкости, уме и отваге. И вот старый головорез Тревейн рассказал им о таинственном острове на территории стражи. Неприступный, тщательно охраняемый, этот остров хранит сокровища великих зодчих. Десятки, а может быть и сотни могущественных артефактов. Целое состояние, которого нашим друзьям-авантюристам хватило бы на всю оставшуюся жизнь, даже за вычетом той доли, которая причиталась бы Тревейну. Все шло по плану, но внезапно из густых облаков появилась эскадрилья черных истребителей. Пустынного острова. Тебя щедрая награда. Мы превратим с тобой этот жалкий остров в могучую крепость, парящую в облаках. Мы отомстим стражам за все их злодеяния и вырвем друзей твоих из когтей алчных. Месть наша ужасна будет, ибо грядет воздаяние стражам соразмерно гордыне их и черствости. Вот пред тобою маяк, звезда твоя путевая. Не дай никому погасить ее. Вот артефакты великих зодчих. Древнейшие знания хранятся в этих кристаллах.
Прими же и в дар бескорыстный, ибо нет на свете сокровищ драгоценнее. Три артефакта можешь носить ты с собою на поясе, ибо такова воля великих и такова технология их. Обрети же артефакт и отныне распоряжайся им. Вот так. В этом артефакте заключена смотровая башня. Открой же кристалл. Освободи энергию, запечатанную в нем. Хорошо. Из смотровой башни сможешь ты управлять движением острова. Войди же в башню и выбери путь дальнейший между вехами навигационными. Очень хорошо. В этом артефакте скрыта башня оружей. Она защитит тебе остров от врагов поможет. Но помни, что зданиям потребны потоки энергии. Без голубой энергии остров беззащитным станет. Возьми эти энергосферы. Порази недругов наших. Разрушено здание, артефакт его в целости сохранится. Подбери кристалл и из пепла восстанови постройку. Отбей атаку врага. Чудненько. Вот тебе награда. Впредь, разрушая постройки вражеские, смело владей артефактами, от них оставшимися.
А теперь пришло время отправляться на серый рынок. Новые могущественные артефакты найдем мы там. Не мешкай, странник, ибо великие дела ожидают нас впереди. Серый рынок. Старый бродяга Тревейн обосновался здесь после многолетних странствий. Одно время он зарабатывал на жизнь, торгуя артефактами. Поговаривали, что на сером рынке можно раздобыть любой раритет, и вопрос лишь в цене. Но сейчас этот некогда оживленный остров выглядит мрачным и пустынным. Признавайся, твоя работа. Чёртовы стражи окружили этот дырявый кусок гранита и приготовились к атаке. Какого лешего ты притащил эту ораву на хвосте? Разорви мою селезенку, ведь они нас поджарят и слопают, как великий зодчий. Давненько никто из ваших здесь не появлялся. Что ж, будь как дома на моем острове, пока стражи не разобрали его на запчасти. Изгони страх из сердца своего, Тревей. Подумай лучше, как помочь нам власть стражей разрушить, ибо ступили мы на путь праведный. Бродяга с их вождем Серафимом сразится, и цитадель его в облаках в пыль развеет. И под моим надзором мудрым вызволит он друзей своих из плена варварского. Спасибо за моральную поддержку, но единственный способ пробраться к Атонору — это пройти пиратским ущельем. Гиблое дело, если мнение бродяги Тревейна кого-нибудь интересует. Хотя, если поразмыслить, терять-то нам теперь нечего. Ладно, можешь брать любые артефакты, какие захочешь. Если ты вправду разделаешь Атонор под орех, весь Ярус только спасибо тебе скажет. О деньгах мы с тобой потом поговорим, если к тому времени живы будем. Итак, странник, все в твоих руках. Неведомо мне, что ожидает тебя в пиратском ущелье, но велика сила, заключенная в кристаллах магических. Мудро используй ее и преуспеешь в делах справедливых. Я же здесь останусь, но мысли мои всецело с тобою прибудут.
Эта машина может объединять два артефакта в один, более мощный. Правда, все комбинации давно утеряны. Это сейф, бродяга. Заведи себе такой же и храни в нем артефакты, если на поясе нет места.
Пиратское ущелье. Если верить старым картам, этот путь ведет прямиком в сердце Империи Страж. Дорога смерти среди мрачных скал. В погоне за легендарными сокровищами Стражей многие отчаянные бродяги пытались пройти здесь, но ни один из них не вернулся обратно. Thank you.
самом сердце владений стражей, всеми забытый, лежит таинственный остров. На нем сохранились руины древних зданий, построенных еще до войны. Легенды рассказывают об ужасных чудовищах, которые гнездятся там. И даже сами стражи не осмеливаются ступить на эти проклятые земли.
Битва началась. Повсюду на ярусе бродяги отчаянно сражались с могучим флотом стражи. Должен мне помочь. Стражи вот-вот разрушат мой остров. Беги к мортире. Другое оружие против этих чертовых бомбовозов бессильно. Скорее! Или погибнем мы оба! Не кстати. Возьми этот ангар, построй быстрые самолеты и отомсти стражам за меня. Уничтожь их генераторы, тогда они будут беззащитны. Меня уже не спасти. Прощай, друг.
Итак, случилось все в согласии с чаяниями нашими. Путь к Атонору открыт теперь. Там цитадель Серафима. Там в черных чревах ангаров куются машины летучие. Мы нападем на Атонор внезапно и врасплох застанем стражей ненавистных. Ну, для такого фейерверка понадобится кое-что посерьезнее, чем твои дурацкие трещотки. Я дам тебе славные пушки, но сначала окажи бродяге Тревейну одну маленькую услугу. Привези с соседнего острова один редкий артефакт.
Никак старый хрыч Тревейн прислал тебя за давним должком. Ну на, забирай. Ага, отлично. Вот, держи, все твое, только без гарантии. Атонор, цитадель Серафима, властелина стражей. Здесь, на дымных фабриках, строится их могучий воздушный флот. Стражи готовятся к решающей битве.